проводим турнир по смешанному боевому единоборству в ММА в спортивном комплексе «Руслан». Турнир проводится для того, чтобы молодежь росла в духе патриотизма, чтобы помнили о наших ребятах. Соревнования приурочены нашим землякам, находкинцам, которые погибли в ходе военной операции на Украине. Было сложно, когда он душил, но я ручку его оттягивал, и поэтому выиграл. И бросал его. Молодец. А ты давно в соревнованиях участвуешь? Сколько у тебя? 10 первых, 7 вторых, 5 третьих. 3 года занимаюсь. Мероприятие сегодняшнее проводимое в этом замечательном спортивном зале, оно очень такое важное. Не только для детей, но и для всего нашего города. Ну и я как представитель ветеранов вооруженных сил, пограничных войск, конечно, стараюсь приложить максимум усилий и передать все то патриотическое воспитание, внедрить в наших и передать нашим детям.